На этом, сидя на этом кресле. Вот первый раз. И я не люблю кресло. Я не люблю должность, знаешь. И это, ну, люди не поймут, знаешь. И как быть президентом молодой, такой-сякой там. Почему, да. Почему бы не хотеть быть президентом? Я не хочу этого, знаешь. Это ответственность. Я верю в человека. Это большая ответственность. Меня, мой дед, вот, всегда, каждый раз, я когда появляюсь у него на глазах, он сразу: «Рамзан, ты знаешь, ты не только ответишь за людей, за животных ты ответишь, за собаку, за этого ты должен нести перед Всевышним ответственность. Поэтому я этого боюсь. И, ну, если будет другой лучше, чем я сегодня напишу заявление, это клянусь, уйду с этого, знаешь, и пока что-то у нас получается, мы, наш народ получает это удовольствие, у них появилась, так скажем, надежда на будущее, и я думаю, что пока надо постараться хоть что-то сделать. Он родился в священный месяц Рамадан, отсюда и имя Рамзан, в семье, которая принадлежит одному из самых...